I don't wanna see your face again. Unless you're dancing in a crowd with your best friend, trying to make the past irrelevant. So I picked the weapon sharp enough to cut the tension. I got sick of your silhouette, but my head stand up every time that you are mentioned. Lately I feel like the living dead, but secretly I hope it never ever ever ends. Ну, я могу сказать, что, конечно, диагонально у нас пока выпадают. И одна, и вторая, да, потому что одна... Даша, она травмирована, была, скажем так, сейчас на данный момент уже восстанавливается, вроде нормально и неплохо, но все-таки еще до оптимального, наверное, далеко. Да. Ну и, в принципе, шагать вперед, конечно, огромными шагами нужно, это безусловно. Соня, она может поддержать общую игру, безусловно, но это, наверное, все-таки не забойный тот игрок, который может там решить, да? А здесь, да, у нас пока на данный момент, ну, скажем так, баланс неположительный, точно, да. Будем, кстати, тоже справляться. Girl, I think I need a cigarette, yeah. Doing all these things that I regret, yeah. Heaven sent, but I'm hell-bent, yeah. Shoot a silver bullet in my chest, yeah. Игра была напряженная. Наша задача была не терять концентрацию по ходу всего матча в любых элементах. Почему? Потому что мы знаем Казань, мы знаем, что Казань может добавить, и в любой момент только стоит где-то расслабиться, что, в принципе, получилось в третьей партии. Мы сделали то, что мы сделали, то, что мы наигрывали, тренировали. В принципе, сезон только начался, все впереди, посмотрим, что будет дальше. Но я думаю, что сейчас самое интересное и сложное только начинается. Вот. Ответственность в плане подготовки, выхода на определенную форму физическую перед важными матчами, а их у нас на начальном этапе аж 3. Два выезда, один дома, где, в принципе, надо зарекомендовать себя перед болельщиками. Будем работать, у нас есть над чем работать, и я думаю, главный тренер скажет нам еще над чем работать, так что все еще впереди, это еще не конец, мы еще ничего не сделали, это не конец сезона, только начало.